Всем привет, дорогие друзья и подписчики, вы на канале IT-доктор. Сегодня я хочу рассказать вам про аплеты. Это такой код, написанный на языке программирования, который мы можем подключать у себя на сайте. Если вы сами пишете код, либо когда-то вам нужно будет этим воспользоваться, вы будете знать, что такая возможность имеется. Код пишется на языке Java. И чтобы его подключить, нужно написать тег applet, атрибут код, в нем указываем имя класса. В Java вкратце скажу, что все файлы имеют расширение .class, это классы. Поэтому вы пишете здесь путь к какому-либо классу, который в себе содержит код на языке программирования Java. В принципе, это все, что вам нужно знать. Сейчас мы не учим языки программирования. Если вы их не знаете, то не переживайте, это вам сейчас и не нужно. Я просто хочу вам показать, что такая возможность имеется. Ширина и высота, ну, здесь можно указать при желании в пикселях, если он какой-то ограниченный по размерам, можно не указывать. И, в принципе, это все. Вы подключаете какой-то файл, нажимаете сохранить и смотрите результат. Если у вас написан код правильный на языке Java, то будет соответствующий результат у вас на сайте. Сейчас я не буду вам на практике показывать это, потому что это язык программирования. Нам не стоит сейчас сильно углубляться в другие области знаний. Поэтому вам достаточно знать про такой тег. А в дальнейшем, возможно, когда мы будем применять его, то я расскажу о нем более подробно. Мы, может быть, даже напишем какой-то небольшой код в разделах по языкам программирования и применим его уже на практике. В принципе, это такая краткая информация о таком теге. Это более информативный видеоурок, чем практический. Если вам когда-либо надо будет использовать аплеты, вы уже будете знать, что это такие фрагменты кода, написанные на языке программирования, и сможете подключить их на свой сайт. А на этом все. Переходите к следующему видеоуроку. Спасибо за внимание и до новых встреч. Не забывайте также подписываться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями.